Щелково пришло по-настоящему весеннее тепло, а значит, пора приводить территорию в порядок после зимы. Распускаются первые цветы, расцветает и наш город. Месяц чистоты стартовал 1 апреля. Служба содержания и благоустройства территории и управляющие компании приступили к активным работам. К ручной и механизированной уборке привлечены 540 человек и 35 единиц техники. С самого утра проходит промывка асфальта, плитки и брусчатки приводят в порядок газоны, кроме мусора собирают и старую листву. Работы впереди много, но самый актуальный вопрос, пожалуй, ямочный ремонт. За первую неделю апреля устранили 288 ям, в том числе 103 ямы по 19 адресам. Ход ремонта проконтролировал глава округа Андрей Булгаков. По адресам он выезжал с Евгением Бородули, щелковским добровольцем, который сейчас находится дома на реабилитации после боевого ранения. Вместе они проехали по дорогам города, прошлись по улицам и дворам. На ряде адресов глава обратил внимание на ненадлежащее содержание территории домов. Он поставил задачу в кратчайший срок устранить недочеты. Андрей Булгаков и Евгений Бородули сошлись во мнении, что плитка перед Центральным дворцом культуры требует ремонта. Претензия подрядчику уже направлена, он обязуется привести территорию в порядок до майских праздников. А мы напоминаем, что уже 20 апреля каждый сможет сделать любимый город чуточку чище. Проявите ответственность и позаботьтесь об ухоженном виде общего дома на общегородском субботнике.